Убийца знал, что делает. Точный удар, глубокая рана. Это не Эбернат. Кто-то здесь все разгромил. Мистер Блэквуд, на нас напали! На нас! Я сдаюсь. Заберите меня, но отпустите моих людей. Имперский маг с тобой разберется, Блэквуд. Может, теперь Орден наконец поймет, что ему здесь не рады. Пора во всем разобраться.
Мистер Блэквуд, на нас напали! На нас! Я сдаюсь! Заберите меня, но отпустите моих людей! Может, теперь Орден наконец поймет. Имперский маг с тобой разберется, Блэквуд. На участников встречи кто-то напал. Эберна-то забрали, а трупы его телохранителей оставили в качестве предупреждения. Хватит тратить мое время, чужак.
экстренный выпуск! Все новости достойные печати! Купите газету, мистер! Лучшие товары в Окманте. Успейте приобрести со скидкой. Он истек кровью. Что здесь происходит? А, дверь не поддается. Выглядишь паршиво, приятель. Что случилось? А ты как думаешь? Все этот чертов пленник. Ты про Эберната? Проповедника?
Не знаю. Он мне визитку не давал. Он из ордена. А я просто охранник, и мне нужно отдохнуть и выпить. Здесь кто-нибудь знает, что происходит? Спроси у мага. Он наверху. А что? Уже темнеет? Здорово тебя отделали. О, не то слово, чужак. Я не хочу бросать человека на верную смерть, даже если он это заслужил. Спасибо. Я этого не забуду. Может, смогу добраться до больницы. Вот, возьми мои патроны. Надеюсь, они мне не понадобятся. Дверь не поддается. Дверь не поддается. Это не Эбернат. Дверь не поддается. Дверь не поддается.
Это ненормально. Вот это да. Кто-то очень любит пытать людей. Думаешь, это смешно, Блэквуд? Напиши признание, настоящее. Пиши, пока у тебя еще есть пальцы. Дверь не поддается. Эй! Тут можно находиться только членам клуба. Проклятым чужакам здесь точно не место. Ох, кого я обманываю? У нас тут настоящее поле боя. Многие ранены, и мы все на нервах. А вы кто вообще такой? Чарльз Рид, частный детектив. Я ищу вашего недавнего гостя. А, этот чертов проповедник с рыбного рынка. Это он во всем виноват. Он призвал этих чудовищ. Призвал? Вы шутите? Как он сумел это сделать? Как? Откуда мне знать? Я что, похож на паршивого рыбомордого колдуна? Призвал и все. А когда поднялась суматоха, сбежал.
Этого проповедника случайно звали не Эбернет? Да, мы несколько недель ловили этого скользкого дроха. Похоже, этот парень доставил вам хлопот. Зачем он вам? Что в нем такого особенного? Он как бельмо на глазу. Совсем не уважает наши обычаи. Интересное дело. И чем же он вам насолил? Посмотрите вокруг. Тут же полно вайлбистов. Ясно, что он затеял недоброе. И мы бы ничего не узнали, если бы он не опоздал с чертовой арендной платой. Аренда? Вы теперь еще и недвижимость сдаете? Это дело серьезное. Рид Хайтс, Адвент, Олдгров. Сами понимаете, там без защиты жить опасно. Вам платят за защиту? Подозрительно похоже на вымогательство. Это слишком сильное слово. Нашей организации нужны деньги. Одежда и патроны стоят недешево. Кто-нибудь видел, куда он направился? Наверняка вернулся в свое логово. Я до него еще доберусь, но сначала нужно позаботиться о раненых. Ну что, вы можете сказать мне, где он? Хотите рискнуть жизнью – дело ваше. Разведчики, которых я за ним отправил, не вернулись. А кто вы такой? Чужак, вы обращаетесь к имперскому магу Гордону Мейеру. Проявите уважение, черт возьми. Никогда не слышал про имперских магов. Это какое-то звание? Именно так, умник. Высшее звание Ку-Клукс-клана. Правда, что Эбернет умолял пощадить его людей? Возможно. А что? Вы убиваете пленных и при этом считаете себя благородным человеком? Ну все, с меня хватит! Ugh.